На День белорусской письменности с книгой высокопоставленные гости праздника привезут с собой любимое издание с подписью, которое пополнит фонды Рогачева. Именно здесь, в эти выходные, пройдет торжество. По всему городу будет организовано более 100 мероприятий. Сразу после церемонии открытия вручат литературную премию. Более 30 произведений, всего 7 номинаций. Победители объявят на самом празднике. Кроме того, в Рогачеве откроют многофункциональный комплекс «Дом книги» имени Владимира Короткевича. Здесь будет первый книжный магазин, а также 2 читательских зала для детей и взрослых. Каждый может приехать и принять удел в этом свете. Будет вельми цікаво, шмат мероприемств, у нас шмат юбилеев, 500 годе книгодрукования. Мы ведаем, что наступный день белорусского письменства будет у Полоцку, тому эстафета будет передадена у час закрытия. Специально к празднику вышло специальное книжное издание о местных достопримечательностях. Закрытие Дня письменности посвятят Владимиру Мулявину.